Привет! Сейчас я покажу тебе квартиру в стиле Old Money. Обои в коридоре и в Saint Laurent. Летняя коллекция. Цена 600 евро за погонный метр. Футуристичное круглое зеркало создает иллюзию иллюминатора и повторяются круги на шторках. Плитка в ванной сделана вручную итальянским художником. Здесь нет ни одного одинакового квадратика. Минималистичная мебель, мраморная столешница, обои в стиле барокко выгодно подчеркивают сантехнику Бьянка. Мебель в эту квартиру заказывали из разных уголков мира и уже на месте декорировали. Матрас с функцией памяти. Видите эти пружины? Это для массажа. В этой комнате стиль Old Money перекликается с Boho. Это шелковые ковры на стенах и несколько сценариев освещения. Кстати, все люстры, венецианское стекло и золото. Окна из массива палисандра. Они намеренно состарены, чтобы поддержать весь стиль квартиры. Обратите внимание на эти шторы. Они привезены из Франции. Собственник не афиширует, но они сделаны руками самого Валентина. Сейчас эта квартира сдается, и у каждого есть шанс прикоснуться к этой роскоши.